Так, здравствуйте, дорогие интернет-зрители. С вами снова Скудер, а это значит, что это шестая часть моего прохождения игры Gran Turismo на первой PlayStation. В прошлой серии мы с вами прошли очередной чемпионат. Этот чемпионат был заднеприводных машин. Мы его выиграли и продолжили улучшать нашу Сильвию. Покупать на нее запчасти. Купили на нее турбину, теперь она стала более мощная. Нам осталось совсем немного. Купить на нее коробку передач и облегчить еще. Ну а сейчас мы продолжим проходить чемпионаты, продолжим продвигаться по карьерной лестнице. Как я уже говорил, в этой серии мы возьмемся за более серьезные чемпионаты. Это противостояние между странами. Ну и в частности Япония против Америки. Но я так подумал, что стоит сравнить их с чемпионатами другой лиги, в лиге GT. Так, давайте вот посмотрим, сколько здесь нам дают денег за него. Итак, значит, у нас 10 тысяч за выигрыш, бонус чемпионата 20 и 5 трасс. 5 трасс. Давайте теперь зайдем в GT-лигу и посмотрим на вот этот клубный кубок. Мне кажется, возможно, стоит его сначала пройти, он чуть-чуть полегче. Так, бонус чемпионата такой же, как и там, 20 тысяч, но за первое место дают по 7. И трасс здесь всего 3. И машины здесь не настолько прокачанные. Я думаю, мы с вами, наверное, пройдем сначала его. А уже позже, заработав здесь денег, посмотрим, кстати, что за машины нам тут дадут. И продолжим ездить другие чемпионаты, более сложные, возможно, уже тогда. Ну что, стартуем. Так, первым делом посмотрим, кто у нас соперники. Impreza, MR2, Skyline. Ну, в общем, они уже, конечно, тут не стоковые, но и не настолько мощные, как в чемпионатах противостояния стран. Здесь сейчас мы, конечно, гораздо сильнее их. Ну что, тем проще будет пройти. Автомринг. Просто наши инженеры разработали очень технологичные новинки. Поэтому мы сейчас будем на голову быстрее всех. Такое бывает. Так, это Автомринг, но впервые длинная его вариация. Так, ну машина стала себя, конечно, вести постабильнее, да и порезвее. Но сколько мощности мы ей добавили. Да, более стало резкое управление, чуткое, мне это нравится. За счет такой избыточной мощности появилась небольшая недостаточная поворачиваемость, но это лучше, чем избыточная. Мне больше нравится недостаточная. Так.
ребята-то на самом деле тут как тут. Не такие уж и слабачки. Я, конечно, еду на полную катушку. Ошибаюсь часто. Да, надо коробку передач покупать. Потому что стандартная коробка передач не может передать всю мощность, которая у нас теперь есть. И случаются провалы. И разгоняется слабовато. Хорошо. Начало положено хорошее. Воодушевляющее. Так, МР2 пришел вторым. Я, если честно, думал, это будет импреза. Кстати, тут Эклипс едет такой же, как на котором в первой части Форсажа ездил Брайан О'Коннор в исполнении Пола Уокера. К сожалению, погиб он где-то полгода назад, в конце ноября. Трагически. Но погиб, как полагается, гонщику в гоночной машине. Правда, был за рулем не он. Хватает только аэродинамических обвесов для полной картины. Так, ну вот, мы уже выиграли вторую гонку. Ага, здесь импреза вторая пришла. На более скоростной трассе. Ну, правильно, МР2 он хорошо очень поворачивает. Да, за второе место там борьба развивается нешуточная. Думаю, победить-то нам уже мало кто помешает. Ну, какой я самонадеянный. Так, что у нас там за третья трасса? О, Trail Mountain, отлично. Великолепная трасса. Да, я тут пару серий называл трассы, которые бы я хотел видеть. Gran Turismo 6 из предыдущих частей. Я еще вспомнил очень интересную скоростную трассу на закате. Она очень красивая обстановка там.
Это Red Rock Valley Speedway из второй части Gran Turismo. Она мне тоже очень по нраву. И было бы неплохо и ее видеть. Ох, как не хотела прямо заправляться в поворот машину. Так. Очень надеюсь, что с сентябрьским обновлением разработчики еще добавят какую-нибудь трассу и именно из старых частей Gran Turismo какую-нибудь оригинальную трассу. Конечно, в июле они добавили А1 ринг, точнее он сейчас называется Red Bull ринг, и это тоже великолепная трасса. Она в этом году вернулась в Формулу-1, в календарь Формулы-1. На ней прошла гонка на заглядение. Это еще раз подчеркивает, что, в общем, старые автодромы, европейские, да и не только европейские, все-таки они, ну, не такие выхолощенные, что ли. Они более гоночные, более челленджевые. На них гонки всегда интересные были и по сей день продолжают оставаться таковыми, что с первого раза просто гонка была одна из интереснейших в сезоне, в этом сезоне 2014 года. Вот, поэтому, конечно, они молодцы, что вернули ее в календарь. Но в Gran Turismo, еще раз повторюсь, мне бы хотелось видеть вот именно в шестой части больше оригинальных трасс еще. Также в шестой части они добавили из реальных трасс Mount Panorama. Тоже великолепная просто трасса, великолепный автодром. И очень интересно по нему ездить. Довольно большой вызов он бросает. Мне он тоже очень нравится. Особенно в онлайне по нему ездить с реальными людьми. Просто на заглядение получается там иногда гонки. Так, ну тем временем мы выиграли третью гонку, а вместе с ней чемпионат. 3 из 3. МР2 завоевал второе место все-таки, уделав Импрезу. Ну и посмотрим, что нам дали за машину. За выигрыш этого чемпионата. Так, 22 тысячи. Идем далее. Так, ой, отлично, еще 20 тысяч, итого 42. Максимальная сумма, пока больше у нас еще не было ни разу. Так, проверьте свой гараж. Сейчас проверим. Что-то нам туда прикатили. Какой-нибудь аппаратик интересный. Уже не помню, что за машины даются так в этом чемпионате. Ох ты, Камара Z28. Угу. Ну, надо сказать, машина не из лучших. Мне, если честно, этот Камара не нравится ни внешне, ни по ходовым характеристикам его. Он длинный, узкий, поворачивает плохо. И внешний вид у него какой-то такой неказистый. Клиновидная эта морда. Не знаю, мне не нравится, в общем. Так что продаем его без сожаления. Ну, как я говорил, уже за 12 тысяч. Здесь все машины за 12 продаются. Так, ну и теперь идем. Ага, идем. Берем нашу Сильвию. И будем ее докачивать. У нас 54 тысячи, обалдеть, это просто шикарно. Думаю, сейчас хватит прокачать ее до конца.
А насчет Камара, мне, конечно, гораздо больше нравится новый Камара СС, ну это Бамблби в Трансформера. Вот. Классно выглядит. Это редизайн старого Камара 68 года. Вот, и, конечно, они классно сделали. Так, идем в тюнинг. Так, глушитель, турбина, тормоза, подвеска, шины у нас куплены. В двигателе, по-моему, тоже у нас уже все куплено, все, что можно. Да, все отшлифовано. Двигатель у нас турбовый, поэтому атмосферная настройка недоступна. Идем в трансмиссию. Покупаем теперь коробку передач гоночную. 10 тысяч. Великолепно. Еще куча денег останется. Так. По-моему, нету еще вала карбонового. Да. Более жесткого. Так, здесь, по-моему, куплено все. Да. Так, ну что же, осталось купить третью стадию облегчения. Отлично, еще и 22 тысячи осталось. Великолепно, теперь можно уже начать откладывать деньги на покупку новой машины. Так, ну гоночную раскраску, я думаю, пока покупать не стоит. Ну, тем более денег нету. Но даже когда они появятся, думаю, я пока не стану тратить на это деньги. Да. А сейчас мы пойдем в чемпионаты. Опять в GT-лигу. Ох, вспомнить бы, что давали за клубный кубок. Точнее, кубок GT. Так, сейчас посмотрим, сколько тут. Так, здесь уже 10 тысяч за выигрыш гонки. 4 трассы, 25. Ну, великолепно. Великолепно. Да, наверное, мы сейчас его и проедем. И здесь, насколько я помню, дают чайзер. Да. Здесь дают чайзер полностью в гоночной комплектации. Обалденно он выглядит, мне он очень нравится. Вот мы его сейчас и заработаем. И потом, наверное, на нем пройдем вот те более сложные чемпионаты, где у нас противостояние стран идет. Так. Угу. Да, ну здесь уже, конечно, серьезные агрегаты гоняют. Так, ну квалификацию, как обычно, мы пропускаем. И поедем сразу в гонку. Так, Grand Valley Speedway. Прямо. Ну, начинаем. Опять же таки, вернусь к рассказу о том, что было в детстве. В детстве мне запомнился момент, что мой друг Леха, о котором я уже много раз рассказывал, вы заочно знаете, он постарался и, значит, раздобыл где-то книжку или у кого-то взял, или ну, взял, собственно, по-моему, где-то у кого-то из знакомых или друзей и переписал оттуда полностью описание первой части Гран-туризма, то есть с описанием чемпионатов, с подборкой рекомендованных машин, там, ну, то есть в книжке это все было, и он это все вручную на листочек переписал, там как-то листочки эти склеил по порядочку, чтобы она была как книжка. Ну, в общем, потратил довольно-таки много времени. Вот, и как-то он пришел ко мне, вот, и принес эту книжку, импровизированную с собственного производства, так сказать. Ну и, конечно, этим очень меня сильно порадовал. Там были рекомендованные машины. Очень интересно подобраны для прохождения наилучшего, наикомфортнейшего, так скажем, прохождения всех чемпионатов.
И было дано описание всех машин, моделей, которые даются за каждый чемпионат. В какой раскраске, какая модель, их обычно еще дается не по одной, а там по 2-3 штуки. И вот каждая из них была описана, в каких цветовых гаммах, в общем, ну, все подробно. Вот, и ага, мы уперлись даже с новой гоночной коробкой передач в ограничитель, надо будет ее настроить. Как раз воспользуемся настроечками, о которых я вам рассказывал перед гонкой, но это уже на следующей трассе будет. Так вот, конечно, он меня этим очень сильно порадовал, мы этим руководством пользовались, естественно, плодотворно. И оно довольно быстро пришло в такую, ну, в негодность, в общем, листочки потерлись, поизорвались, и потом он еще раз взял их, переписал уже на более плотной бумаге, постарался красивым почерком, все как-то название там обводил, ну, в общем, творчески подошел к делу. И вот именно второй вариант, вариант, так скажем, 2.0 этого описания у меня до сих пор лежит где-то, не у меня, правда, дома, а дома у бати моего отца. Вот, у меня там до сих пор лежит пару книжек с кодами на первую PlayStation, лежит моя тетрадка, в которую я записывал. Мы с Лехой записывали какие-то коды еще, начиная там с Сеги. И вот лежит это самое описание первой части Гран-туризма. Вот, так что ничто не было выброшено, все хранится. Леха, если ты меня слышишь, большое тебе за это спасибо. Ты большой молодец. Знаешь, что твои труды не пропали. Зря. Так, ну тем временем у нас начался последний круг. Ну, Сильвия у нас. Ну, мне, в общем, сейчас нравится, как она себя ведет. Конечно, я ошибаюсь, я вылетаю часто. Конечно, еду медленнее, потому что приходится еще и говорить параллельно. И это накладывает негативный отпечаток на мою езду. Так. Вообще, я... Надо было это еще где-то в начальных видео сказать. Я планирую... В идеале, конечно, было бы. Это просто... Ну, на идеальнейший вариант был бы. Пройти всю серию Гран-туризма. Но, к сожалению, у меня сейчас нет такой возможности. Почему? Объясняю. У меня слабый компьютер, и он, ну, в общем-то, с трудом тянет даже сейчас вот эмулятор первой PlayStation. Мне пришлось уменьшить там параметры, настройки графики, и я же одновременно еще захватываю видео. И качество записи тоже мне пришлось уменьшать, дабы не пострадало количество FPS. Соответственно, по техническим причинам я имею возможность сейчас пройти только первые две части Гран-туризма. Соответственно, которые были выпущены на первой PlayStation, потому что эмулятор от первой Sony у меня компьютер еще тянет более-менее сносно. Но, так, ой, я реплей включил. Но проходить Гран-туризма 3 и 4 у меня, к сожалению, сейчас технической возможности нет. Возможно, если бы у меня была PlayStation 2, было бы проще через TV-тюнер. У меня есть TV-тюнер, подключить ее к нему и непосредственно записывать видео с PlayStation через TV-тюнер. Но, к сожалению, у меня второй Соньки нету, я ее продал. Продал уже довольно давно. И поэтому, если записывать вторую Соньку, то, естественно, с эмулятора. А на вторую Соньку эмулятор у меня уже точно не потянет.
железа с одновременной записью. Поэтому, ну, в общем, придется как-то либо апгрейдить свой компьютер, либо искать где-то возможность, может быть. Вообще в планах есть покупка второй Соньки у меня. Я бы с удовольствием купил бы и первую, если честно. Что-то меня ностальгия прям замучила. Ну и вообще, играть на эмуляторе это, ну, как-то не айс. Вот. Когда играешь на оригинальном железе, оно как-то это особые какие-то чувства. Тактильные вот эти ощущения от джойстика первой PlayStation. Ну, от самой консольки, диски эти. Ну, в общем, я сейчас понимаю, что я зря приставки продавал, которые у меня были. У меня же была и первая, и вторая PlayStation, и я их продал. Сейчас об этом жалею. Ну ничего, тем интереснее задача будет снова это все искать, собирать, выбирать, вот, покупать. Ну и значит, скорее всего, прохождение третьей, четвертой частей это будет возможно только когда я куплю себе PlayStation 2. Значит, в чем еще фишка, что я, в принципе, я играл во все части Gran Turismo, кроме, ну, номерные имею в виду, и на PSP-шке я играл, Gran Turismo PSP. Ну, правда, это отдельный разговор, Gran Turismo ли это вообще. А вот в третью я не играл, каюсь, но третью я даже не видел нигде. То есть я ни разу не встречал диск третий Gran Turismo. Как-то вот пропустил этот момент, видимо. И когда я покупал четвертую часть, третьей уже не было. Она как-то исчезла уже из продажи. Видимо, потому что на тот момент уже появилась четвертая. И абсолютно я третью пропустил. Очень мне хочется в нее поиграть. Потому что, ну, отзывы о ней тоже хорошие. Конечно, понятно, что там не так много контента будет, как в четвертой части. Все-таки это она была первой на новом поколении приставок, каковой тогда была PlayStation 2. Но все же, хотелось бы поиграть во все номерные части. Конечно, Gran Turismo Concept, пролог четвертой части, я думаю, мне не очень интересно в них играть, потому что это, ну, по сути, демо-версии. И все машины из прологов и концептов, они потом появились в третьей и четвертой частях. Поэтому, ну, в общем, это так, как демо-стенды были просто. Вот. А номерные части это надо прочувствовать и пройти, конечно. Вот такие, значит, у меня планы. Ну, пока ближайшее будущее это вот, конечно, первая часть, до пройти ее до конца. Возможно, еще позарабатывать золотые лицензии, дабы открыть бонусные машины. Ну и приняться за прохождение второй части. Прохождение второй части, конечно, будет гораздо более дольше. Это тоже, как потом это стало традицией, это вторая часть на, ну, как бы на одной и той же приставке, на одном и том же поколении консолей. И поэтому там гораздо больше наполненность у нее внутри, чемпионатами, машинами, лицензий, там также больше каких-то заданий, гораздо больше трасс. Ну, в общем, насыщенность там более плотная, поэтому времени уйдет на ее прохождение, конечно, гораздо больше. Ну, думаю, это не проблема, это даже хорошо. Ведь чем больше Gran Turismo, тем лучше. Задымлю свою
квартиру окончательно выхлопными газами всех этих гоночных аппаратов. Ну ничего. Я как-нибудь с этим справлюсь. Ой-ой-ой. Разбились. Так, я не засек время, но думаю, что мы пройдем этот чемпионат до конца и на этом серию завершим. А уже в следующей посмотрим, сколько мы заработали денег здесь. Тем более у нас чемпионаты все более становятся прибыльными, а с прошлого раза у нас еще и там остаточек был. Поэтому денежек у нас должно быть неплохо. Неплохо. Плюс нам дадут машину, которую мы, правда, продавать уже не будем. Мы ее оставим у себя. Напомню, это будет у нас Toyota Chaser Tourer V. В гоночной полностью заряженной комплектации. С аэродинамическим обвесом. Выглядеть он будет агрессивно. По-гоночному. Эта машина мне тоже очень нравится. В детстве она мне тоже нравилась, но я на ней мало ездил, потому что не мог ей управлять. Она довольно капризная, нервно себя ведет на трассе, но она мощнее и сбалансированнее, конечно, чем вот наша Сильвия теперь. Так. Я, кстати, так и не зашел в настройки. Заговорился перед этой трассой. Пообещал вам зайти в настройки и немножко покурочить передаточные числа в нашей гоночной коробочке. Ну, значит, будем мучиться еще и эту трассу. Да, вот видите, на прямой мы утыкаемся. Ограничитель на отметке 270. И больше она не хочет ехать. Точнее, ехать-то она хочет. Она бы, может, и хотела бы развить. Стремиться к 300. Но проклятый ограничитель не дает разогнаться до магической цифры 300 км в час. Еще раз повторюсь, я уже говорил, но не устаю восхищаться, что ли. В шестой части... Ой-ой-ой, на последнем круге нельзя так тупить. В последнем повороте. Очень мне нравится вот эта трасса, ну и вообще ночные трассы. В шестой части Гран-туризма с тамошним освещением они заиграли новыми красками, новым светом. Даже в отличие от пятой части. Гораздо лучше там стало с этим дело обстоять. Так, значит, у нас единолично второе место занимает NSX Type S0. Ну, здесь это, конечно, вообще агрегат серьезный. Так, сейчас не забыть зайти в коробку передач, посмотрим, что за трасса нам предстоит. Последняя, по-моему, трасса. Наверное, Гранд Воли в обратку. Нет, Трейл Маунтин. Так. Так, квалификацию мы пропустим. И перед гонкой зайдем в настройки автомобиля. Вот как я вам уже, по-моему, второй серии говорил. Так. Замена запчастей. Нет, замена нам не нужна, нам нужна настройка. Так, вот передаточные числа нашей коробки. Так, ну думаю, первые... Так, сколько у нас вообще? 5 передач. Первые 3 мы трогать не будем, пускай она как была, так и разгоняется. А вот 4-ю, 5-ю мы немножко
отодвинем, так сказать. Вот, сдвинем передаточные числа. Так. И пятая. Пятая у нас, конечно, очень близко стояла. Сейчас мы ее по оборотам отпустим подальше. Вот. Ну, можно финал чуть-чуть растянуть вообще немножечко. Так. Ну, думаю, достаточно. Так. Ага. Так, ну, записываться не стоит, наверное. Вот. Сейчас посмотрим, сколько она у нас поедет с такими настройками. Ну, в принципе, на Trail Mountain есть тут, конечно, длинная прямая, но она вся в ухабах, в кочках. Возможно, что мы там максималку и не разгоним. Так. И странно, по-моему, она даже у нас порезвее разгоняться стала. Хотя, в общем-то, числа-то и передаточные настроил как раз-таки на максимальную большую скорость.
Так, ну вот. Очередной чемпионат у нас позади. Да, ну конечно, здесь мы от них отрывались намного. Они уже тут нам не соперники. Хорошие машины, кстати, здесь участвовали со мной тоже. Но они не настолько прокачаны просто здесь. Да, NSX, конечно, тоже как во второй лиге выступал отдельной. Тоже от всех отрывался. Молодец. Так, идем дальше. Так, давайте нам еще призовые за выигрыш чемпионата. Так, ну идем дальше. Получаем приз чемпионата. 25 тысяч. Да, ну уже крупная сумма денег, конечно, у нас. Так, да, и вот нам дали чайзер. Сейчас мы посмотрим на него. Сколько помню, он такой в черной раскраске, там с белыми какими-то подводками. Так, идем в гараж. Сейчас, да, вот он. Чайзер Limited Edition. Да, выглядит, конечно, он хорошо у него. Такой прямо гоночный, агрессивный вид. Арки с выносом. Морда широкая. Ну, классно выглядит, не знаю, мне нравится. Мощность у него 655 лошадей. Да. Хорош, хорош. Так, ну вот. 87 тысяч. На них мы тоже сможем купить. Даже, думаю, не одну машину. Так, и на Чайзере мы тогда будем проходить чемпионат в специальных гонках. Вот, США против Японии. Но это будет уже в следующей серии. Эту серию мы сейчас закончим. Потому что она как раз, я думаю, где-то около получаса получилась. Дольше делать не стоит. Ну что же, будем прощаться. С вами был Скудер, как обычно. Подписывайтесь, комментируйте, оставляйте свое мнение, свои впечатления, свои воспоминания. Очень будет интересно почитать. Оставляйте, может быть, какие-то предложения свои. Ну и всем пока-пока. Встретимся в следующей серии.